отмечаешь, что космические силы с поставленной задачей справились, цель обеспечения безопасности государственных военных объектов от ударов ракет противников требует главному командованию ВКС с главного разведуправления продолжить системную работу по выявлению мест хранения и стартовых позиций ракет и других ударных средств противника, планируют ближайшее огневое поражение. Поддерживать средства противовоздушной обороны в готовности прикрыть важнейшие объекты инфраструктуры и предприятия промышленности, находящиеся в зоне досягаемости ракет противника, и при необходимости в кратчайшие сроки принять дополнительные меры по повышению защиты этих объектов от ударов с воздуха. Начальник главного штаба воздушно-космических сил, доложите о... Пострадавших нет. Исходя из оценки обстановки решил, прикрытие назначенных важнейших объектов в районах ответственности за противовоздушную оборону. Дальнейшего боевого применения. Сами командиры